Ребят, здорово. Этот видос о том, как воспитывать в себе характер. То есть, как стать более сильным, уверенным, там, спокойным, стрессоустойчивым, целеустремленным, бла-бла-бла. То есть, как к характеру своему текущему, скажем так, докрутить те вещи, те пункты, которых вам в нем не хватает. И, соответственно, поэтому вы в жизни не можете получать какие-то желаемые, желанные вами вещи. Значит, смотрите. Во-первых, мы не виноваты, да, в том, что у нас такой характер или такой характер. То есть, если бы мы все могли выбирать, как я уже писал в книжке МК-1, то, что каждый ребенок рождается просто кусочком чистого материала. И дальше от того, какие у вас родители, в какой среде вы растете, в каком социуме, то есть дальше из вас что-то формируется, но вы это не выбирали. Если бы каждый из нас мог выбрать при рождении набор нужных ему качеств, конечно, было бы все по-другому. Вы бы такие родились, такие, так, я хочу вот там силу, смелость, там, не знаю, настойчивость, решительность, то-то, то-то, то-то и так далее. Да? То есть вы бы, естественно, выбрали себе все, что вы хотите. Но, к сожалению, это невозможно. Как справиться, ребят, со своим характером? Как его, скажем так, видоизменить? Значит, в отличие от животного, каждый человек реально может переписывать свои негативные программы. То есть, ну, к вопросу животных, у животных этих программ нет вообще. Ну, то есть, они живут себе и живут, да. То есть, им на самом деле в некоторой степени даже лучше. Но если бы вы были животным, у которого есть негативные программы, вы бы с этим ничего не сделали. Человек же реально может это сделать. Это факт. А значит, как формируется наш характер? То есть, как его формировать, как его видоизменять. Это, естественно, происходит через ваши действия и через ваши поступки. Ну, очевидно. Почему мы боимся поступков? То есть мы реально боимся совершать какие-то поступки. У нас вообще очень много страхов, у каждого свои, и плюс-минус есть еще и одинаковые. Потому что когда, если верить в теорию происхождение человека там обезьяны, от обезьяны, если верить в эволюцию, то миллионы лет человек боялся совершать поступки какие-то рискованные, скажем так. Человек боялся рисковать, потому что это могло привести его к смерти. Ну, то есть там цена вопроса была такая, что ты реально мог в любой момент, сделав какую-то лишнюю херню, просто погибнуть или умереть. И таким образом человек отучился рисковать от слова совсем. Особенно чем более цивилизация развивается, тем чем больше комфорта в нашей с вами жизни, особенно у тех людей, которые живут в мегаполисах, тем меньше мы рискуем. И как бы фишка в чем? То есть сегодня, ребята, человек ведет совершенно другой образ жизни, да, то есть сегодня уже нет рисков смерти, то есть они сведены к минимуму, ну, естественно, если вы не будете бросаться под поезд или что-то еще. Но при этом какая-то штука в вашей голове, программа, установка, что поступки совершать страшно и опасно, что это чревато, может быть, летальным исходом, эта штука в вас осталась. Как бы раньше это могло кончиться смертью, да, сейчас это смертью не кончится, это вряд ли. Это к вопросу о предыдущем моем видео, да, что типа вы все боитесь совершать какие-то поступки, вы все привыкли жить в какой-то одной парадигме. Значит, смотрите, что надо сделать, чтобы воспитать и закалить свой характер? Нужно однозначно совершать какие-то поступки, которые вы раньше не делали, и совершать те поступки, которые, по вашему мнению, совершает там, уверенный, с сильным характером человек. Это логично. Это прокачает ваш характер, да, и это в какой-то момент станет вашей частью. Вот. Что мы, соответственно, с вами и делаем на моих тренингах. То есть, фактически, придя на мой тренинг, ну, в частности, тренинг «Практика», мы вместе с вами, когда вы туда приходите, совершаем поступки, которые вы раньше не совершали. То есть мы подходим к женщинам, мы где-то проявляем уверенность, мы где-то проявляем дерзость, наглость, мы где-то перешагиваем через свои страхи, мы делаем это методично, много и часто. Таким образом у вас в голове начинают разрушаться те устойчивые нейронные связи, которые были до этого. Вот. Соответственно, если вы нерешительны, если вы осторожны, если вы скромный, вам нужно совершать поступки смелого человека. Все просто. Ну, не до крайностей, конечно, да, потому что никто не говорит, что вам нужно сейчас пойти прямо сейчас, подойти к толпе дагестанцев в метро и начать с ними барагозить. Никто не говорит, что нужно пойти в какой-нибудь бар, где тусуются какие-нибудь там байкеры, и, ну, начать выяснять с ними отношения. Естественно, не до крайностей. Это все можно делать потихонечку.
Значит, существует неразрывная связь между характером, привычками, поступками и вашей судьбой. То есть, если вы хотите изменить свою судьбу, ключевое слово, что надо здесь делать, нужно менять характер. Как менять характер? Его нужно менять через поступки, через другие действия. Ну, естественно, да, то есть это будет не с первого раза, то есть если кто-то из вас сейчас такой подумает, а, пойду-ка я подойду к женщине, или пойду-ка я там, не знаю, скажу своему директору, что мне не нравится, как он ко мне относится, или что-то еще, естественно, ребята, не с первого раза, то есть вы должны сделать эти поступки, идентичные, аналогичные, несколько раз повторить их, для того, чтобы эта штука начала закрепляться в голове, чтобы одни нейронные связи поменялись на другие, чтобы одни паттерны вашего поведения и, соответственно, самочувствия поменялись на другие. И тогда у вас есть все шансы, ребята, изменить свою судьбу к лучшему, и тогда у вас есть шанс получить в жизни то, что вы хотите. Поменять себя через свой характер, через поступки, поменять свою жизнь. Вот. Что еще? Естественно, не нужно тренироваться на близких, потому что у многих сейчас, наверное, будет мысль, пойду-ка я скажу там родителям, что то-то и то-то, или там пойду я скажу своей девушке, или сделаю с ней то-то и то-то. Нет, тренироваться нужно на других людях, и при этом нужно быть максимально экологичным к своим близким, как-то так. Вот. И для этого, ребят, я и приглашаю вас на свой тренинг «Практика» со 2 по 5 апреля, на котором мы вместе с вами будем улучшать ваш характер в сторону более уверенных людей, более решительных, более волевых, более стрессоустойчивых. И тем самым мы в прямом смысле слова вместе с вами повлияем на вашу судьбу, на ход событий в вашей жизни. Со 2 по 5 апреля. Тренинг-практика в Москве. Вы уже сейчас должны бронировать себе место. Место бронируется по ссылке под этим видео. И увидимся там. Пока.